лето в каждой ноте. Пульс радио. Погода продолжает удивлять. Так, в минувшие выходные, благодаря усилиям активного южного циклона, в Мариэл выпало около 40% месячных осадков. При этом температура воздуха упала до аномально низких значений. Однако лето возвращается в наши широты. Сегодня небо прояснилось, выглянуло солнце, которое, несмотря на довольно свежий северо-западный ветер, прогрело воздух до 20 градусов тепла. В последующие дни температура продолжит повышаться. Об этом нам сообщили в Марийском гидрометцентре. 1 июля установится по-летнему жаркая погода. Днем завтра 21-26 градусов, ночью 8-13 градусов тепла. Местами возможен кратковременный дождь. 2-3 июля будет без осадков, воздух прогреется до 24-29 градусов, в ночные часы будет около 12-17 градусов. В конце рабочей недели под влиянием северного циклона в отдельных районах пройдет кратковременный дождь с грозой. Жара несколько спадет, и включая выходные дни, температура в дневные часы будет держаться в пределах 21-26 градусов тепла. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Для вас 4 июля под открытым небом Патриаршей площади. Самое зрелищное театральное событие этого лета. «Мистерия Карла Орфа», балет «Кармина Бурана» и «Триумф Афродиты». Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева. Нижегородский государственный театр оперы и балета имени Пушкина. Совместно с ТВ и радио на Патриаршей. Для жителей и гостей Йошкар-Олы. Роскошно, зрелищно, незабываемо. Лето и ничего кроме. Пульс радио. Пульс радио.